Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1774 из сборника Демидовича. Найти интеграл логарифм x dx, деленное на x, на корень из единицы плюс логарифм x. Первая замена, которая приходит в голову, это логарифм x обозначить за t. И действительно, все получится, однако оптимальнее сделать сразу же замену t равно единица плюс логарифм x. Итак, тогда dt равно dx, деленное на x. Так, и мы имеем интеграл, логарифм x как перепишется? Как t минус 1. Так, далее dx, деленное на x, это dt. Все это разделить, ну а в знаменателе корень из единицы плюс логарифм x, то есть корень из t. Равно интеграл t в степени 1 вторая минус t в степени минус 1 вторая dt. Оба интеграла табличные, получается t в степени на единицу больше разделить на новый показатель, минус t в степени на единицу больше, разделить на новый показатель, плюс константа. Все, что осталось сделать, это обратную замену и немножко упростить выражение. Получается 2 третьих t в степени 3 вторых это t умножить на корень из t, то есть 1 плюс логарифм x умножить на корень из 1 плюс логарифм x. Далее минус 2 умножить на t в степени 1 вторая, то есть на корень из 1 плюс логарифм x. Плюс константа. Это и есть ответ на данную задачу. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.